Всем привет, мои дорогие друзья! Сейчас мы идем на Атлантис. Мы собрались в поход, взяли рюкзаки, взяли с собой воды. Начнем спуск. А спускаться нам предстоит аж вон туда. А к нам сейчас присоединились наши друзья. Андрей. Hola. И... Оана. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Aquí, a la derecha. В общем, нам предстоит спуститься на 500 метров вниз. Вот по таким камням, как вы видите. Сильно пересеченная местность. По-испански такие дороги называются Камино де Кабра. Козлиные тропы. И вот мы добрались до места первого привала. Мне идется легко, поэтому я танцую. Так, наконец-то появились отстающие. Продолжаем двигаться. Вот, мы дошли до одного из таких мест. Это место силы. Оно обозначено особым индийским знаком. Вот там даже какая-то пещера. Кто-то здесь ночевал, останавливался. Вот впереди песчаный этап. Мы должны вот по этому песку прокатиться прямо до самого камня. А обратно будет обратно, это будет другая история. Смотрите, сейчас мы будем купаться вот там, прям внизу, видите, такая водичка красивая. Видите, какие огромные камни. Вот этот камень, который, видите, огромный, его просто древние люди, они его вынули и поставили вот в назидание нам, что мы такого сделать не можем, а они могли. Вот под этот трек мы будем спускаться. Да, это такой особенный этап. Смотрите, ноги погружаются в песок. Мы должны двигаться очень аккуратно, чтобы докатиться аж до самого конца туда и не свалиться вон тот обрыв в воду. Thank you.
Вот здесь такой прикольный обрыв. Дорогие друзья, мы все-таки дошли, практически спустились к самому секретному пляжу Ибисы, Атлантис. Еще он носит название Сапедрера, это место, где добывали камень. Мы находимся сейчас у первого такого самого загадочного артефакта, которым знаменито это место. Это вот, вот этот камень, который, смотрите, древние люди каким-то только им известным способом достали вот из этой ямы. Вот прямо отсюда они его выкопали, вырезали. И каким-то странным механизмом, который теперь мы не можем представить, как он себе выглядел, этот механизм. А и они этим механизмом его взяли вот и вот поставили прямо сюда. Вот видите, он стоит абсолютно незакрепленный. Вот явно видно четкую линию, по которой он соединяется вот с платформой. Напомню, это никакое не природное образование, это настоящий дольмен. Или хрен знает, что это такое. Вот такое место силы. Атлантис, Ибица. Вот он этот камень. Смотрите, вот каким образом можно было его поднять. Смотрите, все стены изрезаны какими-то необычными буровыми механизмами, которые отрезали куски камня. И вот его отсюда вынимали. Так, спускаемся дальше. Hola. Hola. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Hay fuerzas para bajar la última? ¿Más? Sí, sí. Aquí. Вот здесь находится вот такое, такая небольшая лестница, естественно. И вот мы наконец дошли до марсианского пейзажа. Hola. Смотрите, вот это такая застывшая лава.
она пузырилась и застывала. Вот видите, остались такие следы от пузырей воздуха. Вот такая интересная слоистая структура камня. А вот мы видим этот самый большой камень, вынутый снизу и поставленный наверх в назидание потомкам. Потому что древние были нереально крутые. Они вот такие вещи делали нереально. И потом они все дружно вымерли. Вот это место. Смотрите, здесь такие естественные бассейны, вырубленные в скалах, в которых вот находится такая зеленая теплая вода. Эй! Давайте сюда. Купальный сезон Ибицы 2017 открыт! Салют, приятель! Салют, салют! Вот здесь от берега глубина 5 метров. Видно дно великолепно. И здесь очень много вот таких вот рыбы с полосатыми хвостами. Настоящий натуральный аквариум с рыбами, которых можно кормить. И они показывают разные трюки. Вот. Ну как тебе это новое для тебя место? Место очень интересное, необычное, но добираться на него непросто. И у кого толстые животики, будет нелегко. И слабые ножки. У кого толстые животики, надо сюда ходить ежедневно. И все это безобразие прекратится быстро. Я когда пришел первый раз на Атлантис в 2009 году, я весил 103 килограмма, по-моему. Вот сейчас я вешу 80, так что есть еще куда работать. Офигенно. Самое красивое место, которое я когда-либо видела. Ништяк. Когда солнце скрывается за горой, и когда тень начинает падать на нашу сторону, то в этот момент можно уже собираться и подниматься наверх, что мы сейчас и сделаем. Amigos, hasta luego, ciao. Ho, ho. All right.
друзья, Атлантис считается местом силы, местом, где особая энергетика, где из много-много веков, много поколений людей сюда приходят, такие выбранные блоки отсюда, остались следы от них, от всяких неизвестных буровых механизмов, которые наделали вот этих дырок, наделали следов. Вот смотрите, если хотите увидеть, смотрите, вот это явный, видите, вот это явные следы какого-то бура, которым все это дело царапалось, скреблось. Я думаю, Алексею Кунгурову понравится такой материал. Здесь явно работали какие-то механизмы, которых, увы, нам теперь уже никак не узнать какие. Вот здесь, мои дорогие друзья, вы видите вдалеке, это часть композиции «Дракон из ведра». Видите, это такая голова дракона, которая лежит в море. Видите, у него явно видно нос. Большое спасибо этому месту за прекрасные идеи, которые пришли мне сегодня в голову. Я их буду реализовывать и следовать согласно тому, куда меня ведет Ибица. Ana, ¿qué te parece este sitio? Muy bonito. ¿Muy bonito? Sí. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Dame música, другой поменяем. Olá. E arriba. Vamos. Vamos. Hola. Vamos arriba. Arriba, arriba. Вот, мои дорогие друзья, мы наконец добрались до вершины. Каково вам было бегать как козам по горам? Тяжело. Тяжело? Ну, преодолимо. Что, пойдем спустимся и поднимемся еще раз? Ребята, всем, кто страдает от лишнего веса, от пуза, от газов, приходите сюда. Здесь все это вам пригодится. Пузо пригодится для того, чтобы на нем ехать. Ну как пузо, Андрей? Нормально? Нормально. Хайда, хайда. Форте бино. Vienes más? Sí, difícil. 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 Vienes más? Ajá, sí. Una cosa especial de la isla. Que tú, si estás aburrido en su casa, puedes coger un camino raro de cabra y andar, andar, andar. Hasta que sale súper fino, delgado, como yo. He perdido 25 kilos en Ibiza. Toda la semana vas a sentir tu culo. Muy bien. Muy bien, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Así, cada vez cuando vas, levantas de la cama y dices, ¡ostras! Atlantis, Atlantis. Y даже покорив
вершину подъема с Атлантиса, мы решили, что мы продолжим наш путь и дойдем до смотровой площадки на скалу Эсведра. О, как мне нравится здесь сидеть. У нас закаты выглядят вот так. Сегодня очень необычный вид. Самая макушка скалы Эсведра вскрылась вот в этой проходящей туче. Кстати, сейчас расскажу о своей теории. Я вообще считаю, что скала Эсведра — это рукотворный объект, так сказать, некий монумент, некая скульптура древних жителей Земли. Потому что она очень четко вот с этого ракурса отображает некого дракона, который лежит вот своим... Вот это вот вы видите, это его голова. Дальше идет спина. И дальше поднимается вот его. Спина дальше поднимается, превращается наверху в задницу. И потом идет вот хвост. И вон там хвостик скрывается в воде. В средиземных водах Средиземного моря. Я считаю, что это скульптура рукотворная. Но кем она сделана, абсолютно непонятно. Я думаю, это скульптура правообладателя на всю нашу планету. Он ее здесь поставил для того, чтобы мы, хомячки, бегали тут, фотографировались, снимали видосы и наслаждались жизнью на этом великолепном острове. Вот такой был день. Еще один прекрасный день на Ибице. Мои дорогие друзья, большое спасибо вам за то, что были с нами. Ставьте палец вверх, если вам понравилась наша прогулка сегодняшняя. И ну давайте, приезжайте на Ибицу и будем гулять вот так каждый день.